Шахов Андрей Исаевич родился 7 ноября 1911 года в селе Новополтавка Ермаковского района Красноярского края. В 1934 году Андрей Шахов был призван в ряды Красной армии и выбрал военную профессию делом своей жизни. В 1935 году окончил полковую школу, в 1941 году первый курс военно-политической академии и в сентябре 1941 года был отправлен на фронт. Воевал на Третьем Украинском фронте в должности начальника политотдела 41-й гвардейской стрелковой дивизии в звании подполковника. Благодаря грамотной организации, партийно-политической работе Андрея Исаевича, боевой дух красноармейцев был настолько силен, что дивизия стремительно вышла на форсирование Дуная, освободила город Махача и провела успешное наступление в глубину обороны противника. За месяц боев дивизия прошла 200 километров, заняв несколько десятков городов, захватила множество танков и орудий противника и личного адъютанта венгерского фашистского лидера Миклоша Хорци. Во многих боях дивизии в Венгрии Андрей Исаевич участвовал лично. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за образцовую организацию партийно-политическую работу, а также за бои при форсировании реки Дунай, освобождении Венгрии и проявленные при этом личное мужество и героизм, гвардии полковнику Андрею Исаевичу Шахову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».